Сегодня мы будем готовить рассольник. Я взяла кастрюлю, налила 3 литра воды. У меня 300 грамм антрикота говяжьего. Все это я сейчас поставлю вариться, так как говяжье мясо варится долго, а потом будем готовить остальное. Мясо наше уже час поварилось. Сейчас мы наш бульон посолим. Ложку столовую соли бросим. Забросим наш приготовленный картофель. Вытащим лук, он у нас уже проварился. Сюда же отправим перловая крупа, которая тоже заранее мы проварили. Сейчас помешаем, посмотрим, добавить или еще немножко добавим. Хватит. И 3 огурчика меленько порезанные. Также забросим в наш рассольник. Все это закипит и будет вариться минут 30. Также сюда отправим еще лавровый листик, перчик. И отдельно я протушила морковку с луком. Также все сюда это забросим, чтобы наш рассольник имел красивый золотистый цвет. Все перемешаем и пусть оно у нас варится. Наш рассольник готов. Приятного аппетита!